городской центральной библиотеке города Волосово прошел литературно-музыкальный салон «То душа прикоснулась к душе». В этот день в городе стеной шел снег, но он не помешал самым заинтересованным прийти на этот вечер. О знаменитых поэтах можно говорить бесконечно, разбирать их стихи, узнавать подробности из жизни. Но время, отведенное для разговора, было ограничено, и ведущие решили рассказать о поэтах, живущих и творящих в 60-х годах. Эту эпоху смело называют эпохой вдохновения. Часто поэтов-шестидесятников вдохновлял Юрий Гагарин, первый в мире космонавт. Ну и, конечно, темы, которые вдохновляли поэтов во все времена – отношения, дружба и многие другие социальные проблемы. Московская молодежь 60-х часто читала с трибун стихи поэтов. Залу были продемонстрированы видеофрагменты фильмов и литературных встреч, где звучали стихи поэтов-шестидесятников. Также ведущие зачитали произведения, которые, по их мнению, вызывали больше всего эмоций. Поэт в России больше, чем поэт. Одно из тех откровений, которые помогают понять российскую жизнь. Среди прозвучавших имен были Высоцкий, Вознесенский, Заболоцкий и многие другие. В тот день жители Волосово узнали много интересного из биографии поэтов. После увлекательного вечера гости и работники библиотеки пили чай и угощались конфетами.